Между тем, Алайховскому УВД исполняется 85 лет со дня образования. В феврале 1932 года приказом Наркома внутренних дел Якутской ССР участковым инспектором полиции была назначена Екатерина Топахова. С этого времени исчисляется создание Алайховского органа внутренних дел. В честь других знаменательных дат – столетия советской милиции, 85-летия Алайховского УВД в день сотрудников органов внутренних дел в поселке Чекурдах состоялся праздничный вечер, где чествовали ветеранов МВД, сотрудников полиции Алайховского улуса. У нас один раз в год отмечается этот праздник. Этот день знаменателен, потому что 85 лет исполняется нашему ОВД, районному отделу внутренних дел. И в связи с этим я хочу поздравить наших ветеранов, пенсионеров и сотрудников органов внутренних дел с нашим профессиональным праздником.